术的这种行礼，对吧？巫术意思大概priestly。对，巫术是这种行礼。气功，我说一下啊，两手还是从两侧打开以后，转掌心向前抱拢，虎口交叉，男左女右。И лево мужское внутри, право это будет женское. 向前大约30度。Ну, где-то 30 градусов впереди. 好，慢慢起身。Потом медленно стоит. 对啊，就前屈啊，30度。Вот что. 35 градусов. 对，好，慢慢起身。Потом медленно стоит. И потом свободно. Половину своих лево вправо. 对。这是就是气功的一种礼节，啊，上课或下课之前，咱们都是要行。На занятие начинать занятие, заканчивать закончение. 包括你们以后要教学生的时候，或者是参加比赛的时候，啊，上场，因为下午你们明天就要有考试，啊，考试要给考官先行礼。Конечно, в будущем ваше как учить свои ученики тоже надо так или будущее.На соревнования, даже завтра экзамен сдавать перед тренером, вот тоже надо приветствовать и закончить свои процессы. 好，现在咱们就做一次，咱们以这为下课啊。Давай, 好，现在两脚并拢。Давай попробуй. 好，两手垂两前，对，好，两侧。好，现在咱们行礼，好，下课。До свидания. 对，好。下午的课就上到这。行，不谈那关系了。Два упражнения. 还有一个是虎扑。Один упражнение называется это второе движение называется虎扑虎поймай свои. 他先说手型。Вот например сейчас вам хотел объяснять технику руками. 他鼓掌。Лапа. 鼓掌。鼓掌是五指伸开以后，一二节指节去拢。Я смотрю сначала открывается, и потом второе место закрывается. 对，这就是鼓掌。Второе место. 还有空拳，握空拳。И кулак. У них кулак не как мы физически сильный идет. 对。五指去拢，五指握在食指的指节。Вот такая свободный.空拳，对，这是空拳。好，现在我说一下啊。第一，咱们教虎举。前边咱们已经于老师把咱们的起势动作其实已经教了。Только что мы уже это мастер Ю уже нам немножко научила подготовительные движения, ну начинающие движения, а теперь сейчас мы попробуем и продолжаем. 对，啊，现在啊，就跟我从前边。坐下来，现在两脚并拢。Давай за мной повторяй сначала ноги вместе。好，现在两手放在你的两侧。Руки лево право сторону на свои карманы。对，放松。Свободно。好，现在啊，左脚向左开半步。Лево право。体重移到右腿，好，慢慢轻轻的向左开半步。Лево, левая, левая. Левая нога, левая. Левая нога, левая. Не надо, что не обязательно, что ноги высокие такая. Просто свободный. 体重移到右腿以后，轻轻的拿起脚来。Право, потом левая нога, левая шага идет. 好，两脚尖向前。И два пальца. 好，现在咱们就做于老师前面教的调息。两手向前上托，两掌心向前啊，向上。啊，今天注意。好，现在慢慢的收回。好，按掌。好，再做一次，三次啊。这就是前边的起势调息。Это именно то, что сказала ты.一次，按掌呼气。好，下面咱们就做虎举了。看我啊，
一，按掌，五指分开，对，按在两腿前侧啊，五指分开，好，二，五指屈拢，做虎爪，一，拉吧，五指屈拢，虎爪，对，三，依次，从小拇指依次啊，旋握。 От пальца по очереди. Раз, два, три, по очереди забер, как взять. 握拳，握拳以后，拳心是相对。 И вот это она параллельно себе. 拳眼向前。 Крутость впереди. 对，拳眼向前。啊，宽度就是你的肩的宽度。Ширина своего плечо. 好，现在坐上。 И наоборот, сюда. Свободно сюда. Вот здесь неправильно. Свободно сюда. 再提前坐。 No. 好，现在做上提，上提，提起来，到肩的前侧以后，啊，不要过肩啊，到肩的前侧以后，逐渐收拳变掌，好，坐上托，撑上去。现在你的两眼是目视你的手，眼睛不是手，好，虎爪，变虎爪。 一次，好，下拉。好，变掌，下按。好，转掌，转把指尖现在是相对的。好，转成指尖向前。对，转成指尖向前。好，虎爪。好，一次旋握。 好，上提。变成虎口，变成你的虎口向上。变掌上撑。虎爪，一次旋握。好，下拉。好，变掌。И когда то плечо место сразу ладонь меняется ладонь. 下按的时候，指尖相对的，好转掌，拇指撑开，或者放在上面，再一个，一拳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 
свои плечи вверх. 变掌上托. 上托的时候, 注意收腹提胸. Смотри свой тантьян. Его запомните, уже первый мастер сказал, что давить внутри идет. 好,补找一次握拳。 Вот опять по очереди забирайте свои. 下拉的时候也是 直线下拉, 嘴, 肘, 你的肘, 向下, 像做吊环一样。 Да, вот гимнастика выглядит там такой спорт, держи наверх свои, понимай свои дела наверх. 好,变掌, 坐下, еще раз, меняй карату внизу. 好，现在咱们做一下啊。давай мы повторяем сейчас в полной позиции. И по очереди взять и наверху поднимать. 好,变掌, 上冲. И то вот сейчас поменяется ладонь. 不着. Опять рапа. 好,一次旋握. Перехватит. 好,下拉. И опять вниз. 好,变掌下按. 好,转掌. 不着. 好,一次旋握,上提,变掌上撑,收腹提胸,尽量把你的肌肉拉长,好,下拉,опять внизу,好,
权吧。现在我们说一下握拳啊，握拳的方法是四指屈拢以后，拇指握在食指和中指的第二节。Вы только что заметили много ошибок. Сейчас объясняет свои латон. Он это дурак. Смотри, открывается, подзакрывается. Вот это палец на вторую палец здесь. 这个是全全面。Вот это называется, ну как перейти на по-русски. 对，全心。Вот это центр. 全眼。Глаза. 全背。Вот спина. 对。刚才我说的是一按掌的时候是五指分开的。Сказала, вот она открывается. 对。二五指屈拢。И второй уже как 一二指一二节指节屈拢。Что второй палец скипает. 这就是虎爪啊。Вот это. 力打你的指尖。力打你的指尖。Сильно та свои последние палец. 撑开以后的劳宫穴会打开。Вот если вот так открывается, здесь одной точка называется 劳宫, а не открывается. 好。握的时候1, 2, 3, 4. 哦，一，那旋着往外旋，做外旋手。1, 2, 3, 4. Забирай. 一千只手。对，锻炼你的指关节的灵活性。以后看全眼向前。你我这骨拉克拉扎比雷基霍的。对，全面朝下。又这比雷基乌尼。全面朝下，两拳两个拳心相对的。Когда лицо к центру уместили. 上提的时候如提重物，看做上提。Когда поднимаем вверх, 慢慢转成全眼朝上。Что, ну, ветер, вода много, понимаем, такая ощущение. 好，现在变掌。Теперь отсюда до груди меняется напор. 这一刹那要收腹提胸。Вот в этот момент, что свои тантен к себе идет, тантен к себе. 好。一遍虎爪。Теперь опять лап. 二，一次旋握。Опять по очереди. 好，现在又是全心相对。Теперь опять. 好，现在坠肘下拉啊，肘下落 ，no， 不要往外这样撑啊。Что локоть не открывается, не лево, право открывается, прямой идет. 好，现在变掌坐下按。А меняется свои. 连两个眼啊，眼睛目视两掌。И глаза смотрят свои твар руками, ладон. И пять поворот впереди. Палец впереди идет, палец девушка. Впереди идет. Вот, вот. Опять меняется ладон, лапа. И по очереди раз, два, три. И тоже начинается, поднимая наверх, то свои груди. 变掌上撑。И опять начинается на верху, держи. 撑在你头的正上方啊。Свои голова перед головой. 对，眼睛要目视上。И глаза вверху смотри. 好，虎爪。Опять 一次旋握。Лапа. 好，下拉。好。Понимаете? 变掌下啊。Опять. 对，咱们刚才就是学的是虎举。Мы то, что, ну, это явление называется, по-китайски язык называется «хучу». Давай мы сейчас научимся «хучу», который, ну, как чига, нашел свое питание, пайма, это называется «хучу». «Хучу» – вот, теперь после того, что движение свободное, да, назад идет. 从身体的两侧向上向前做弧形，啊，它 круг 一圈，弧形下，дуга， вот типа дуга это, да, вот такая дуга， 好，落，跟我做一下，它的运动路线啊，好，向前向上，好，向下落，对，向前向上，好，向下落。好，做上提，从身体的两侧上提，好，向上，向前，下落，对，它的运动路线是怎么？我的八个爱的力，你它可以做。对，啊，好，现在咱们变虎爪。这边把罗非。虎爪。меняй со своей руками。对，好，下，好，握空拳。И между свободными руками меняется на свои
Correct. 好，向上。 Опять. 好，向前。 扶着。 Опять. 对，好。 下落。 Опять. 走到身体两侧的时候， 右变空拳。 Опять, когда то свои лево-право, да, опять свободные руками. 对。Correct. 好，现在看我啊。 手从身体的两侧。 Смотри лево-право. 向上走以后。 Наверху. 靠凸臀。 И вот это таз 臀向后, назад, 手向前, и руки впереди тянутся. Вот это, как называется, подбородок напереди идет, вверх впереди идет. В этот момент, гроза впереди смотри. Давай попробуем. 两手握空拳，从身体两侧做上提，好，向上，好，凸臀塌腰，好，变虎爪，要点是凸臀，啊，塌腰。Вот именно позвоночник, наоборот, бывает вот такая, вот такая мост, да. 好，来，大家做一遍啊，好，握空拳。 Теперь попробуй, давай. Два руки вверху. 好，现在凸臀塌腰。 好，变虎爪。 对。好，现在啊。 好，腰部放松，屈蹲。 Теперь скипание свои ноги. 对，手慢慢向下。 И ногу пропускайте руками. 一，顶七。 И колени впереди идет. 送胯。 И перетачь свои таз впереди. И наверху мост стирает. 对，手正好走一个。好，现在啊，你的脚啊，右脚向侧方摆45度。И в это время, да, в это время, да, поворот на 45 градусов. 好，向前方。И впереди。对，向前方做铺，是个屈腿啊。屈膝。屈膝。Лево. Право, два ноги, все скипание. Просто здесь сильное скипание, здесь чуть-чуть скипание. Не прямо, бывает ошибка, она прямо идет. Лапа перед своей перейти, лево-право. Первое. Перетачь выше. Колени, туловище, живот и впереди, совсем впереди. И поворот, ноги поставить. Руками. Руками. Смотри, внимание прямо, они вот такая, круг идет, пожалуйста. Да, 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 да. Ты видишь, там, например, там как-то пути, не пути, а вот свои, что мясо идет, он будет поймать вот это движение.重心在后啊, но свои центры тяжести назад не ногу.重心在后.好，现在跟我做一遍啊。Давай попробуй. 好，上提。好，向上向前。屈蹲塌腰。好，现在。屈蹲。腰部放松。好，现在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 。
И почти уровень со своей колен, почти, да, колени место. 对, 七的高度啊,
眼睛目视前下方。И глаза впереди внизу смотри. Он ищет свои виды. 对，是。Курица. 好，现在咱们做一遍啊。我说一下，有一个脊柱的蠕动。Внимание сейчас у его позвоночника. Как он做一下啊？Посмотри, давай. 还有一个脊柱的蠕动。Вот здесь начинается, да? 好。Стоп, стоп, смотри. 两手向下。Вот это что-то смотри. 好，两手向下。Вот от начинается сначала. Видел, у него мозг. 现在是一个兔背的命门。Другой мозг. Я смотрите это пере, вот здесь последнее это движение. 对，好。命门идет, вот впереди закрывается. 好，现在и перетал свои колени. 好， теперь таз впереди перетать. 这一刹那变空拳了。И руки сделал вот такая. 好，俯。В этом для перетаз свой живот. 好，к груди. 对，这一刹那就是脊柱的一个蠕动。Вот, вот показал, что это позвоночник с ногами как волна идет. 对，脊柱的一个蠕动。好，现在做摆一下脚啊，这一刹那走到这儿了。Когда до сих пор, да, то это. 以体重。И центрировать лево, поворот 45 градусов. Вот здесь, видите? 对，以体重啊，摆一下脚。好，起，起腿和起手是同时的。做出来。Вовремя руками ноги вместе. 像。Вовремя, одно время. 好，做前方下扑，啊，下扑的时候。Вот вовремя это как-то поймала руками свободными и держи внизу, открывает свои вот здесь, видите, руками, видите, они прямой идут, прямой, не лево, право, прямо. Окей, 对，好，收回来，把脚捻正，对，再做空拳。Опять смотри руками, видите, и пойма, опять спина, спина, смотри. 对，好。慢慢松，屏气，松胯，松腹，松胸，好，摆脚。И поворот вечер, смотри. И перейти. Не сюда ноги, видите, да? 正前方的啊，正前。Прямой ноги, не вот туда пойти. 脚尖是正的。Перейти ноги. 好，脚尖是正的，不是这个侧方的啊。Не поворот в другую сторону. 对，两手在两侧。好，现在咱们从，虎扑把前边这边左右各做两个。Давай мы повторим, попробуем, что лево, право повторим. 对，啊，咱们一块做啊。好，后空拳，啊，从身体两侧起。好，俯身。好。屁股底就要立起来。蹲。И скипание, перетать скипание. И перетать свои груди. И лево, право, ноги. Поворот и впереди. И обратно. И опять держи. Вперед. Особенно таз, попу. Назад, руки впереди. И поворот. Опять смотри. Колени. И впереди. Таю. 对，好，收。И обратно. 啊，再做。Опять. 好，向前伸。Впереди сделаем. 好。屈蹲。Скипание, скипание. И как это волна идет? 腿。Одинаковые. 对。好。На. 好，收。Туловище, туловище. 好，收脚。Теперь обратно, ноги. Опять вверху. 最后一个。Последний еще раз. Тянуться. 好，屈腿。И сгибание. 起，松胯。И потом перетаскивать свои ноги, живот. 好，起腿。Живот опять. 对， 好，收。Опять обратно. 好，起，两手侧起。И опять, все свои движения.
Руки не выше своих грудей. 45 градусов начинается. Вот это называется качественное ведение перехода. Руки от 45 градусов не выше груди. И закрывается. 好，坐下啊。 И тоже свои руки лево-право. Давай попробуем ровно, да, сели попробуем. Один раз попробуй, полный. Хорошо. Давай свободно. Звонок вместе сейчас. 好，现在慢慢的左脚，好向左开半步。好，现在咱们做起势调息。好，转掌膝向内。好，膝下按。好，起下按。Я сейчас немножко объясняю движение, именно неправильное движение. Когда движение
когда на ответ понимаете, да, не надо все вниз идет. Как было, параллельно, и так. Не забудьте свои движения, они всегда прямой вверх или прямой вниз. В этом моменте должны быть тигры лапа, тигры. Мы всегда забудем, так как всегда. И забыл. В данный момент, что глаза впереди смотрят. Если тоже, то свои пальцы. 第三是补身完了以后屈膝. Вот когда потом скипание, перетачка очень важна. 两手补掌向下. Когда руки пропускают сюда до лапы. 好，现在我屈拳，从身体两侧，这一刹那一定有个脊柱的蠕动. Что было вот это позвоночник момент. 对，脊柱的蠕动。好，手向上走，这一刹那手向上走的同时，脚。Именно не забудьте свои ноги. Особенно вот это ноги, вы смотрите внимание в этом, вот руки здесь, ноги внимание смотри, как идет, давай. Давай. О, видела? Именно этот момент поворот налево надо. Тогда. Теперь напереди. Да. Бывает у нас ноги все, вот почему вот, очень сложно. Вот это движение потеряло. Вот это движение, что не налево-право, вот это шага ноги прямо впереди идет. 正前方的，啊，对，指尖也，你的脚尖要朝正前方。嗯，пальцы тоже впереди, ну вот туда, прямо тоже вперед идет. 还有你的虎爪要膨开。И свои пальцы тоже. Не лево-право, видел, что туда впереди идет. 对，膨开的时候，你的臂啊，我说的是臂 ，no， 无力，没有力。Видела, вот если как-то локоть такая, она здесь будет слабой, поэтому надо держать, открывается. 对，横。Вот видела, круг идет, красиво, да? 对，让两肘展开。По ощущениям, вот такая видела вот здесь. 对，两肘展开。 Смотри, вот здесь круг, видела, она здесь круг идет, видел? 这个不要凸腕，有人这样啊，no。接着你看，我впереди。Yes。вот смотри，впереди就是，бывает все так，вот у тебя，бывает у тебя，это шинка。no。вот прямо впереди就。对，眼睛这一刹那，看前下方。你目光，глаза впереди смотри。看前下方。嗯。记住啊，对，那个来那个。 这个来转的是，来看啊，你做这个虎，对啊，看啊，你看他的虎爪，好。Сейчас смотрю его лапу. 看他横住呢。我只见他横住呢，而且高度不要往上。Высота не надо очень высокая. 在下面。啊，在下面。对，大约是膝盖的两侧。 Ну, почти которые свои колени лево-право. И глаза впереди смотри. Да. Смотри, его ноги впереди идет, не было лево-право. Но. Не было 45, не так. Надо прямой идет. А, да. Глаза впереди. Да, окей. Только руками не очень такая. Лапа. Вот это. Нога выставлена вперед, лапа плавает? Нет, чуть-чуть скипание. Да, чуть-чуть скипание. Ну как? Запомнили? Именно движение. Давай мы сейчас попробуем, да? От начинайся. 咱们再做一遍啊，好，两脚并拢。
两脚并拢。Давайте руками ноги вместе. 好，现在啊，好，慢慢的，左脚向左开半步。Открывается свои левые ноги. 对，跟着我们这个老师做啊。好，现在两手起。Два руки впереди. 好。啊。Себе. 好，起。三次调息啊。Впереди три раз будет. 好。好起，好啊，好做虎举，好按掌，虎爪握拳，好上提，好变掌上撑，好虎爪握拳，下拉。好，变掌下按。Опять ладонь. 眼随手动啊。И смотри свои. 好。Руками. 握拳上提。Опять наверх. 好，上抽。По очереди. 下拉。Опять. 好。好，做了啊，咱们做虎向前俯身。И второй раз движение.И впереди. 好，按。И сгибание. 一个脊柱的蠕动。好，摆脚。И ноги поворот. 好，俯扑。И сделай. 好，收。Турвище. И обратно. 好。Наверху. 好，按。Опять сгибание, передач. 好。И поворот. 好，做一个调息。И дыхание свободное, себе свободное. И до конца. 好，慢慢呼气啊。Дыхание свободное. 现在咱们侧起。И лево право, вверх дыхание. 呼气下按。Опять наверху дыхание. Сейчас. Внизу. Затем. Обратно. И два руками сзади. Открывается и поворот впереди. И собирает свои энергии. И то свои тани. И свободный план. И левые ноги обратно. Нет, куда меня? 对啊，养成一个习惯。Надо сделать свои привычки. 两个脚预备的时候并拢。Два ноги обязательно показать им движение. 对。Движение сначала вниз. 开步的时候，两脚尖向前。Открывается свои шага, тогда два пальца впереди идет параллельно. Видите, его ноги параллельно впереди. Вот так неправильно. Параллельно. No. Yes. 和肩同宽. И уровень ширины с своей плечью. 和肩同宽. 对. 起的时候啊，收起脚的时候，慢慢的开步。Открывается так спокойно. 体重移过去。И передать свои центры тяжести. 慢慢抬起，看大腿带着你的膝关节。И как обратно тоже. Свободный перед центр тяжести. 收。Закрывается свои. 对啊，我为什么要说这个？因为您是教练，你们以后会再带学生，很可能还要参加国际大赛，这是有规定的。Почему я так объясняю? Потому что вы все будете будущий тренер.
вам и даже будете участвовать в какой-то соревновании. Поэтому этот момент для будущего очень важен. Этика все надо запомнить. И два пальца впереди, ширина своей плечи. 好，做调息。这个咱们下午就注意了。好，现在咱们把脚慢慢收回来啊。好，现在慢慢收脚。对，两脚。